Друзья, гости канала, всем привет! Сегодня продолжаю стройку забора, пока не снимал, вкапывал столбы, сегодня с утра покрасил все. Сейчас буду монтировать лаги. Начну пока один, потом Юля освободится, поможет. Вот, смонтировал столбы, грунт сажатаял более-менее, пробурил на метр. Забор будет 1,5 метра у нас доска, он там 3 метра, потом попилю ее. И вот лага у нас 50 на 100, 3-метровая. Вот так вот столбики вкопал. С Юлей все ровненько, четко. Сейчас буду монтировать лаги. Так, сейчас аккуратненько, близко не подъеду, пойдем по. Ярушка. Ты что, упала, что? Не подходи, говорю, близко. Оп, свалится. Так.
Вот так вот можно одному монтировать ремешочек генератора старый. Подвешиваю, чтобы придержать выше, и все. Как бы бегать немного, но монтировать можно и одному. Сейчас схожу за пилой, потом как надо торцевать все. Это-то ладно, сейчас откручу торцану. Там длиннее. Ну, хоть лагерь не короткая, а длинная, это хорошо. Состояние стандартное, 3 метра между столбами. Вот такие вот лаги получаются хорошие. Все ровно, делал в уровень. Горизонт оставил в уровень. Перепад небольшой у нас участка. Там порядка на 15 сантиметров в конце ниже. Вот как раз грунт будет подниматься, будет нормально все. Забор будет четко в уровень горизонта. Отстреливал все по лазеру. Высоту столба и крепление вот пластины вваривал вчера вечером. Не снимал, уже поздно было. Сегодня с утра успел хоть до дождя покрасить. Получилось отлично. Сейчас схожу за пилой и продолжу монтировать. Ну вот, смонтировали. Вдвоем быстрее намного. Еще сынок пришел, помогает. На улице потеплело, в капюшоне ходит. А не хватило 2 лаг. Обсчитался я маленько. Ну, не страшно. Вот такие вот лаги получились. Уровень хорошо делать, все ровно. А, единственное, показать хотел, сейчас покажу. Алексей, кстати, привет. Так, вот такой вот разбег на одной получился. Ну, доска у нас заборная, не страшно. Сантиметр с небольшим. Сейчас спилит материал, что попало. Вот у нас 50. Вот такое вот качество. Это так вот пилят ленточные пилорамы. Материал дорогой. Денег берут много, а качества нету никакого. Вот так вот у нас. Все четко.
Так, ну все, будем работать дальше. Это дальше будет другое уже видео. Все, всем пока.